Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу вам сделать ритуал против некротических привязок. Убираем некротические привязки. Что такое некротические привязки? Например, человек умер, а вы о нем думаете, нет у вас снов, аппетита, плохой сон, мысли постоянные, какие-то, плачете постоянно, это все некротические привязки. Или вам подсаживают, например, когда подсаживают некротические привязки, это мертвого духа. Когда подсаживают, например, это тоже из этой серии, он тянет человека, живого человека, тянет энергию. Можно привязать мертвого духа, например, чтобы он вредил бизнесу, работе, замуж, чтобы девушка там или мужчина не женился, не вышла замуж девушка. Это все можно сделать с помощью мертвого духа, привязать, и он будет просто вредить. Но это очень сильная магия, конечно, вредоносная. Но можно случайно, конечно, зацепить некротическую привязку себе сделать. У меня, например, случайно, у меня был случай много лет назад, девушка жила в Америке, вот, значит, иммигрантка, которая уехала туда с мужем, они там жили, и она была молодая, было 30 лет, она болела, у нее болела шея, горло болело, голова, они обошли в Америке там врачей, лекарства пили, ничего не помогало. А здесь осталась мама, ко мне пришла в кабинет, я работала в эзотерическом салоне, ко мне пришла на прием, и вот как бы мы поговорили, она говорит, не знаю, болеет невестка, болеет, и все у них есть там в Америке, а вот постоянное горло, жжение в горле и постоянные головные боли, и таблетки не помогают. Дорогостоящее лечение, она прошла, все. Значит, я говорю, я хочу с ней поговорить по телефону. Мы просто поговорили, я ее спросила, скажите, пожалуйста, где вы были? Перед тем, как вы заболели, я говорю, где вы были в культовом месте? Где? В каком культовом месте? Я говорю, я вижу. Она говорит, я говорю, у вас некротическая привязка. То есть я это увидела, почувствовала. Говорю, в культовом месте вы были. Она говорит, ну я была в Аргентине за месяц до того, как я заболела. Я поехала в Аргентину. Я говорю, где вы были в культовом месте? И именно вот как это мои были вопросы. Я была на кладбище. Значит, певица всем известная, аргентинская, пела «Аргентина, Аргентина», вот туда туристов всех возят, на кладбище, на ее могилу. Я там тоже была. Я говорю, понимаете, всех туристов повезли, они просто посмотрели, а вы зацепили некротическую привязку. То есть она не специально это получила. После этого она начала болеть. И когда я с ней работала, дистанционно, конечно, работала с Америкой, для этого фотографии мне не нужны. Вот, я работала дистанционно, и раз в неделю мы выходили по телефону на связь, потому что разница во времени, в общем, люди постоянно работают. Вот, она сказала, что после первого моего, пару буквально моих раз я поработала, она сказала, что у нее прошла головная боль, которая не проходила вообще, и шея перестала, горло перестало болеть, горло. Вот, поэтому это была некротическая привязка, которую девушка не специально сама вот так вот зацепила. Когда вы ходите на кладбище, здесь тоже можно совершенно легко зацепить на кладбище, некротическую привязку сделать себе такую, сами себе пошли и сделали. Тоже ты. Сегодня мы это будем снимать. Это, об этом можно говорить много, случаев в жизни может быть много. Поэтому есть специально подсаженные некротические привязки, а есть, которые вы просто зацепили. Вот, значит, здоровье ухудшается и так далее. Деньги уходят. Человек иногда не хочет просто жить, потому что с него мертвый дух тянет энергию. Тоже есть такое. Сегодня мы это все будем снимать. По возможности, пожалуйста, смотрите мои видео другие. Я благодарна вам всем, кто меня смотрит, кто мне доверяет. Вот, откуп обязательно. Сегодня мы чистим, убираем некротические привязки. Вы поняли, да? Но это один из видов негатива. Поэтому вы можете смотреть, даже у кого нет некротической привязки. Или иногда мы скажем, например, вот я там то-то, то-то, и сама себе навредила фразы. Поэтому фразы могут быть разные. И тоже фразы можно привязаться к мертвому духу. Тоже есть такое. Человек, который давно уже умер,
Вот, то есть тут такой, знаете, сложный процесс, когда рассказывать это очень долго. Я понимаю, что вы хотите уже видеть сразу ритуал. Сейчас мы будем уже делать это все. Вы просто смотрите. Откупы вы делаете, вы знаете, да? А вам нужно оторвать от себя вот эти некритические привязки. Мы сегодня им их прерываем. Так, ладно, значит, я буду читать просто молча некоторые слова. Так, вы просто смотрите, да? Я буду читать, делать вот тут все это дело, все, что нужно. Так, начнем. Расторгаем, обрываем некротическую связь, сжигаем. Очищаем имя ваше, говорите. Имя ваше. Имя ваше. Имя. Обрываем, сжигаем некритические привязки. Привязки мертвых духов к мертвых духов к вам. Все это сгорает, сжигаем.
Имя ваше? Горит, горит, горит. Горит, сгорают путы привязки, кратические. Сжигаем с вас имя ваше. Этот ритуал хотя бы 7 дней подряд сделайте, пожалуйста. Это серьезный ритуал. Каждый день сделайте хотя бы 7 раз. Вот раз в день сделайте. Посмотрите, пожалуйста, его. Потому что проблема в том, что мы не хотим отпускать от себя. Понимаете, вот это все как бы люди держат в себе. Не могут отпустить, потому что это не так-то легко оторвать все, что оторвать от себя, это не совсем легко, поэтому мы не отрываем, мы сжигаем это, сжигаем. Но просто я привлекаю тут очень сильные такие силы, которые вам помогают в ритуале, а самостоятельно это сделать очень сложно. Поэтому человек просто обратно возвращается к тому же, понимаете? Поэтому вам нужно хотя бы 7 раз. Тем более 7 это священное число. Сделайте, пожалуйста, посмотрите 7 раз, 7 дней подряд. И вместе с другими моими видео. Так будет лучше. Вам же нужен результат, правильно? Откупы делаем обязательно. Там я выставлю еще в ближайшие дни хорошие такие сильные видео, ритуалы. Смотрите, пожалуйста, потому что вам это поможет. Это все в комплексе работает, конечно. Вы же понимаете, невозможно один раз вычистить все, что вы носили на себе много лет, много месяцев, понимаете? Много лет кто-то носил. И за один раз невозможно. Да, можно кусочек оторвать. Но это нужно, даже когда я работаю с клиентами дистанционно, я работаю какое-то время, не за один раз. За один раз сразу включаемся в процесс, чистка идет сразу, да. Но на эту чистку вы же возлагаете большие надежды, правильно, у кого проблемы. Вы можете просто посмотреть, как развлекательную шоу-программу, конечно, это тоже вам будет в плюс, потому что в любом моем ритуале в каждом идет энергия. А есть люди, которые с проблемами приходят, они не знают, как от этого отвязаться, понимаете? То есть есть разные проблемы, конечно, есть. Так, сейчас я еще дотяну немножко. Поэтому вы просто смотрите, присутствуете, конечно, потому что это все горит. Горит, сгорает в ритуале, конечно. Ну, сейчас уже легче пойдет, да? Первая была тяжело, свеча шла. Да, так сходит негатив, тяжело. Мы сегодня убираем некротические привязки, вы поняли, да? Любые некротические привязки, которые вам подсадили, привязали, или вы сами их себе где-то нашли. Да, сейчас уже легко, уже вторая свеча пошла хорошо. Даже как горит огонь, видно, как работает ритуал. Вначале негатив не хочет, ну мы, конечно, сжигаем его просто, даже свечи по-разному работают, энергетика по-разному работает. В начале ритуала и в конце ритуала.
Так, стекает, сгорает, зажигаем. Все некритические привязки. Все, что вам привязали, притянули к вам, насадили, подсадили. Сюда, кстати, еще входит воду тоже, потому что там тоже работают с мертвыми духами. Воду, шаманизм сюда входит тоже. Потому что меня смотрят разные страны, конечно, я смотрю. А сейчас даже существуют городские шаманы, которые, конечно, умельцы, которые работают с духами. И, конечно, силами природы. Да, это все существует. Даже если вы об этом не слышали никогда. Меня смотрят разные страны. Вы помните, да, что в моих ритуалах работает божественная, благодатная энергетика. Казалось бы, может быть, кому-то покажется, что можно взять свечку и себя сжечь. Не, не так легко это делается, девочки, не так. Мужчины и женщины, дамы и господа, не так это легко делается. Это нарабатывается годами, конечно. И, конечно, у каждого своя миссия. Кто-то стоматолог, кто-то модель, кто-то медиум. Я сертифицированный медиум. Кажется, что все похожие ритуалы. Нет, здесь работает разная энергетика. Действия от ритуалов разные. Да, сжигаем, догорает. Остатки, некротические нитки, привязки догорают. Кстати, ритуал, который я выставила перед затмением, за день до затмения, работает очень хорошо, но у него действие совершенно другое. Когда мы сидим и смотрим ритуал, он совершенно другой. Он по-другому работает. Вначале кажется, что-то вот сидишь, присутствуешь, как бы ничего не происходит. Происходит. На следующий день происходит. И даже ощущения другие. Себя ощущения другие. Так, ну, мы сегодня с вами хорошо поработали. Ритуал можно смотреть, потому что у ритуала действия у всех будут разные результаты. Но, опять же, это не только... Ритуал называется снятие, сжигание некротических привязок. Но действие и результат может быть у всех разным, понимаете? Поэтому смотрите, можно смотреть всем, пожалуйста. Я жду вас на своем канале. Заходите, смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Я люблю вас всех. Обращайтесь ко мне, если вам нужна моя помощь. Потому что моя работа с вами, это индивидуально. Это скорая помощь, знаете. Когда у вас есть проблемы, и вы не знаете, остановились, не знаете, куда идти. Что делать, куда двигаться? Я помогаю, да, пожалуйста. Номер мой WhatsApp и Viber там есть. Даже если не под всеми видео, то вы можете найти у меня на канале. До встречи, друзья! Я люблю вас всех!